Ого. Виртуальные карты экспресс-оплаты. Класс. Интересно, они вот здесь выдаются? Интересно, комиссия. Интересно, сколько лет он тут гниет. Отлично. Еще не сгнил. Тут в начале нулевых такой бомжатник был. То есть тут был рынок, и сюда заезжал куча машин, и все трамваи тормозили. Сейчас как хорошо стало. А, ну да, тут была... Вот в этом корпусе была торговля, туда ходил за книжкой Балашенко. За его первым изданием, которое... Подобающее место, чтобы ее купить. Да, но оно было не склеено. А это жилое, да? Ну, это... Ну, изначально это было жилое. Удивительно. А сейчас не знаю. Удивительно, конечно, что оно жилое. Чем ты думаешь до сих пор... А, да, вон на окнах цветы. Общага какая-то до сих пор сохранилась. Вот, дальше... Дальше не знаю, что находится. А что это такое за белые развалины какие-то? Дореволюционные. Ресторант. Мэри Джейн. Это жаргонное название марихуаны. Какой-то прошаренный человек. Да. Однако. Ого. Выход на набережную. Я не знал, что здесь. Я тоже. Зилард. Я вообще не знал, что тут проход в этом углу есть. Смотри, как удобно. Кондиционеры можно. Ого. Как специальную стойку. Угу. О, Starbucks. А, это значит край старой фабрики. Корпус газ. О, слева какой-то дом тоже дореволюционный. Так, нужно ходить в Starbucks правильно. Чтобы не упасть по дороге. Я недавно прошел тренинг по безопасности. Получил. На новой работе, что ли? Не, на старой. Почему? Новый у меня пока нет. Тренинг по безопасности иностранный, на английском языке почти все. О, ого. Тренинг по безопасности в бизнес-центре. В том числе. У нас, кстати, была эвакуация недавно из-за бомбы. А, вот. О, хорошо. Кран. А какой в нем, в какой use case в этом кране? Никакого. Не, ну то есть это можно сюда завести грузовик и выгрузить с него чего-нибудь на землю? Другой грузовик. А, ну можно что-нибудь выгрузить. Грузовик. А, ну можно перегрузить на тележку. Или на электрокар. А, точно. Ты все время выпускаешь электрокар. Да, тут электрокары могли быть. А это что за петли? Новый. Это уже хипстеры прорисовали. Тут же сидела лента ру. А сейчас это издание осталось или оно переехало за границу? Я... Ну, Медуза переехала, а лента ру захвачена и осталась. Mm-hmm. Интересно, это что такое? Это старое или новое? Что-то покладки совершенно непонятно. Из древнего. Вон. О, сколько этих кронштейнов. Может, сколько кронштейнов для изоляторов осталось? А, это подвес трубы был. Да, со стены замка, смотри, течет по этой штуке, не попадает. Сломалось. Да, вот прямо... Скоро здание развалится. Второй раз. Вот Раменская фабрика должна выглядеть так же, только там никого нет. Реноваться. Там уже ходит ласточка, в чем, ну, в смысле, спутник, в чем проблема? А, так, давай вот туда. Там видится, что от этого мануфактуры до остановки идти далековато. Да. Там что до фабричной, что до этой, одинаково. Да надо фабрику всю взять и переместить в Финляндию. И что, решетки какие новые, да, новые. Нет,
купить коньяк и шампанское. Как это? Оригинальное шампанское. Моё. Со всеми лицензиями. Да, тут нет. Я не знаю, что тут такое большое количество зданий. Тут прям то же самое, что там, где Яндекс сидит. Кстати, там надо будет тоже так же погулять с этой же камерой. Кто работает? Много людей в Яндексе. У тебя, наверное, тоже знакомый. Ну да. Больше даже в этом должен быть. У него недопрограммистское прошлое. Они все работают в рабочее время, когда я тоже работаю. У меня знакомые, значит, сели, открыли свой стартап картографический, прославились. Продались Яндексу и пошли туда работать начальником там, типа, отдела. О, шик. Я после этого смотрю на себя и что-то не так. Так, вот направо какая-то. Что-то сюда в кожу машин заезжает. Большое количество посадочных мест. Они свалили. Есть списки на каждой стороне. Ну, все как надо. Это еще не придумали, как использовать. То есть это старые стены от пескоструйной, что ли? Наверное. А, ну да, вот то, что только сичный здание, именно видел, как его пескоструили. Тут хорошо бы пройтись также с панорамной камерой. Тут хорошо бы получилось бы, если здесь есть трехмерный объем. Я думаю дождаться, пока курс биткоина вырастет. Сэм Лайф накапал, там была пара каких-то больших пожертвований. Надо будет посмотреть курс. Потому что кроме этого мне на Алиэкспрессе что-то ничего не надо. Вот, я думал насчет экшн-камер, потому что они тоже умеют снимать 60 FPS, но. Но не нашел. Потому что у экшн-камеры у них все-таки зума нету. И это еще там. То, что у них нет продолжительного режима, то, что они некоторые модели перегреваются при работе и отключаются. Развалина. Ого, еще один. Какой тут большой объем. Тут всего много. И не знал. Я ходил вот сюда, там, похоже, там, по-моему, Рамблер, что ли, был в то время. Ну, там кто-то работал. Они все сидели. Это уже тоже не заходить. Какой холдинг, как да, называется? И что у него входит, а то я не в курсе. Там было какие-то журналы еще. Издательская. Да. Ну вот он, все до сих пор.
смотрю, хорошо, тут можно примет на набережную ездить на велосипеде. Я не знал. Если бы чуть-чуть Переверский узел можно было переезжать, вообще было бы прекрасно. Mm-hmm. Я бы тогда прекрасно переезжал. А, слушай, это же я могу у себя с юга приехать по набережной до сюда, а дальше поехать... Дальше не перейти и уехать обратно. Да. Здесь пешеходного перехода нет. Нет, а дальше поехать по Варшавскому шоссе, а не объезжать Дербеневку. Мне кажется, тут все лучше. Потому что здесь едешь, тебе никто не мешает, кроме двух автобусных остановок, где люди стоят обычно. Вот. А так здесь пустая велотрасса. И даже несмотря на то, что она петляет, она все равно удобнее и быстрее для попадания в центр. Да я просто там много ездил, а по Варшавскому шоссе меньше. Я бы никогда там не надоело. По Варшавскому шоссе, вот, честно. Я имею в виду вот там за Тульской, вот по тем кварталам проехать, через них проехать. Нет, проехать, да, но в качестве ежедневного комьюта я никогда не сравнил. А, в качестве ежедневного комьюта мне ездить некуда, слишком далеко. Бак клепанный. В Павловском посаде вот, примерно такой же, только чуть покороче. Лежал во дворах на земле. Такой же заклепками, но его убрали пару лет назад. Ну, кстати, вполне паровозный бак. Может быть. Ну, потому что технология. Нет, для провоза он слишком длинный, но технология та же. И вон там дальше соседний бизнес-центр. Да, тут можно и успеть покататься. Вот новые здания какие-то. Остановка маршрутки. Поезд по окружной дороге идет. Пассажирский, наверное. Под чмухой. Ага. Кондуктором. Наверное. Тут до трамвайного чата дошло вдруг, что. А, нет, до железнодорожного чата. Вдруг дошло, что перегонка осуществляется. Железнодорожный чат, скинь на него ссылку. Сейчас, если там только. Может там по приглашению? Меня студентов какой-то пять пустил. Я не знаю. Все посмотрим. Там особо ничего интересного нет, но там наконец-то сделал открытие, что перегоняет вагоны рельс под тапком. Mm-hmm. В деловом центре где-то 22:30 примерно. Mm-hmm. Такие, ого, это что же такое-то? О, вот видеокамеру, вот куплю видеокамеру на Sony, на нее эту перегонку попробую снять. Она все тебя хорошо снимает. Дежурный скажет, что это вы тут снимаете? У нас начальник дороги запретил. Я скажу, тебя спросить забыли. Как Мишка Смирнов. Ну тут метро близко. Ну я тогда домой на трамвай поеду. На 35-м, на 46-м. Я тоже хочу на трамвай. Но высоко не поеду. Да. На Букашке. Что-то я на ней ни разу так и не. Что-то ни разу не катался даже. Да, это вот, значит, какая-то общага жилая. Мне нравится, что они с той стороны приделали конструктивистские балконы такие большие, 30-е. Наверное, когда верхний этаж надстраивали. Почему? Если номера под крышей, мансардные.
кто круче, Азимут или Ибис? Конечно. Азимут — это фаршивая русская сеть. А, Азимут русская только. Да, ну, разные фаршивые сети. Но это, наверное, там нормально. А Ибис — это международная. Там одинаковый стандарт качества по всему миру. Казань, он такой, что ёбкий. Ну, от трёшка ты можешь доехать до чистых прудов. А, можно, да. Да, так будет удобнее, наверное. Забор поставили, хотя нам все равно уже лазить некуда. Что? Забор поставили. А, та под ворот ушла. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — платформа ЗИЛ. Уважаемые пассажиры.